Слонимской финансовой милицией проверена деятельность строительной организации, расположенной на территории нашего города. Финансовое состояние предприятия оставляло желать лучшего. Его могла подправить одна сделка, но что-то пошло не так. Проверка показала, что в 2017 году руководитель данного предприятия заключает договор с коммерческим предприятием, согласно которому коммерческое предприятие приобретает неиспользуемую площадку, находящуюся на ней оборудование, для строительства там, соответственно, нового объекта. По условиям договора, Слонимская строительная организация обязана была произвести расчистку указанной площадки, а также вывоз, демонтаж оборудования, узлов и агрегатов, которые находились на данной территории. После заключения договора руководителем предприятия было организована работа по демонтажу и фактически распиловке на металлолом находящегося там оборудования. Однако при этом была разработана схема личного обогащения. В частности, образованный при разборке металлолом частично вывозился, приходился и сдавался официально от имени предприятия, ну а большая его часть фактически производилась работниками, резалась на металлолом, транспортом предприятия вывозилась и сдавалась в заготовительной организации от имени вымышленных физических лиц. Следует отметить, что, к примеру, в качестве персонажей и фамилий для таких лиц использовались фамилии из известных российских сериалов, например, «Реальные пацаны». В результате за непродолжительный период времени указанная площадка была полностью демонтирована, расположено на ней оборудование, узлы, агрегаты, в том числе краны, распилены на металлолом и сданы в заготовительные организации. Повторюсь, что денежные средства, которые таким вот неофициальным образом от имени вымышленных граждан были сданы в заготовительную организацию, пошли в карман руководителю предприятия. В результате на основании материала проверки финансовой милиции следственными органами в отношении данного руководителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей уголовную ответственность за захищение путем злоупотребления своими служебными полномочиями. Следует отметить, что сумма причиненного ущерба в размере более 24 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела внесена директором предприятия в кассу в качестве возмещения причиненного ущерба. На период расследования директор указанного предприятия отстранен от занимаемой должности. Расследование продолжается.